Привет. Что важно для быстрого старта в аналитике? Во-первых, ключевое требование на собеседованиях – это, конечно, язык SQL. Именно с него мы начнем наше обучение. Уже на первый месяц вы освоите базу, потренируетесь на тестовых заданиях, которые дают на собеседованиях, и мы подготовим вас к первому собеседованию на аналитика. Дальше, чтобы претендовать на достойную позицию, вам пригодятся навыки визуализации данных с помощью систем Power BI и Tableau. Следующий уровень – это знание языка Python. Он, например, нужен на собеседованиях и на всех ролях компании Яндекс для аналитика. И финально разберемся в использовании стандартных библиотек Data Science. Чтобы сделать обучение действительно максимально практичным, мы пригласили ребят-практиков из ведущих компаний-партнеров. Яндекс, Amazon, Booking.com, Сбербанк, Skyeng и другие компании. Ребята разбирают материалы на прикладных кейсах компании, и вы сразу понимаете, с какими кейсами вам предстоит столкнуться, когда вы перейдете в одну из этих компаний и решаете уже прямо боевые задачи. Если вам близок челлендж стать аналитиком данных и расти в сторону Data Science, то переходите по ссылке и до встречи на курсе. Мы дадим вам все необходимые навыки и поможем с трудоустройством.